Всем привет, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на набор карточек «Найди и покажи». Вот такие вот большие карточки, у меня помещается целая рука. Вот, допустим, если вот другие я покупала, то есть они вот маленькие, то здесь большие, стоили они 167 рублей всего лишь. Также давайте посмотрим вот здесь заодно. Может, кому надо. Плюс 0. Такие интересные карточки. Я уже сделала два обзора на такие же карточки про животных, алфавит. Обязательно посмотрите. Такие карточки, посмотрите, они такие довольно четкие. Их, кстати, много. Их довольно много. Тут прям. Также, кстати, тут снегирь нарисован. А здесь у нас надо найти, то есть найти мишка. Ребенок смотрит, как выглядит этот мишка. И здесь на картинке его ищет. Да, вот мишка, снегирь, да, и портфель. То есть, ну, мы взрослые сразу все это находим. Так, с этой стороны пусто. Поросенок. А здесь вот они уже просята, то есть уже картинки более как раскрашенные, как будто красками. А вот другие обзоры животных я сейчас показывала, там они как настоящие такие, ну тоже нарисованные, но очень красивые. Обязательно посмотрите обзоры. То есть вот даже с ребенком можно посчитать, сколько маленьких детенышей у нее поросят, то есть да, 4 поросенка. Также найти. То есть тут даже уже посложнее немножко, как он здесь стоит, его найти, вот он. И какой-то вот другой. То есть вот он, этот тоже похож, но с другой стороны стоит. Тоже ничего нет. Тут цыплята, тоже найти надо. А, подводный мир. Объясняешь ребенку, что еще есть и подводный мир, в котором живет как раз и рыбка, другая рыбка. Не креветка, не помню, как он. Конек, что ли, по-моему, называется. Так, сова. Сова такая красивая, бесподобная. Сейчас как раз мода пошла на эти маленькие совики. Их уже и постельное белье из совиков, и... Мне кажется, что они скоро везде будут. И брошки маленькие. То есть тут тоже найти сову, найти вот ежика, да, птичку. Тоже нет ничего. Такие вот картиночки. То есть тут у нас парк, тут у нас какой-то бассейн, где живут уточки. Объяснить ребенку, что уточки живут в маленьком бассейне, в ракарии там или где-то еще. С ребенком гуляет мама. Песочница, то есть горка. Попросить ребенка показать, где горка, да, где коляска с куклой, машинки, мячик, там что-то еще. То есть, в принципе, тут можно на, то есть с одной карточкой можно придумать много разных занятий, игр. Что клубника, найти клубничку, здесь тоже сад, собирают клубничка, белочка. А, тут посложнее, много очень животных, и нужно найти, кто это у нас, ослик маленький. Маленького ослика, корову, которая вроде бы стоит тут такая большая, но порой не замечаешь ее. Маленькую уточку, которая вообще спряталась просто.
Зайчики. Тут зайка какой красивый. Корабли, кораблики. Найти кораблик. Вертолет, самолет, город, коровы. Такие они вот прям плотные. Здесь пикник, что можно ходить в лес на пикник. Тоже все это ребенку объяснить, да? Кафе, вот есть кафе, существует. Там еда разная. О, динозавры. Разные динозавры. Ой, тут написано, что можно, какие есть игры с этими карточками, что, как. Ну, то есть тут все, смотрите, ярко, четко. Вот этот обзор я больше показать, какие есть карточки, чтобы, допустим, если вы нашли, можете нашли эти карточки и думаете, покупать, не покупать, вы можете посмотреть этот обзор, вообще какие там есть карточки, подходит вам это, не подходит, нравится, не нравится, потому что вот с этими карточками, допустим, не было никакого обзора, я не могла найти, я не знала вообще, что там внутри. Вот. Но тут, кстати, есть один плюс, здесь английский можно учить, как это все пишется. Вот. Но это английский, это когда это будет? Это еще не скоро. Вот. Ну, как бы так вот. На них, кстати, тоже есть обзор. Вот. А тут вот вы можете посмотреть тоже обзор. Может, вас не устроит что-то, может, вам что-то не понравится. Хотя, мне кажется, вот эти карточки прям просто шикарные, классные. За свою цену классные. И вот эти вот, и предыдущие обзоры обязательно посмотреть. И то, что вот они большие, ребенка можно рассмотреть здесь. Можно много придумать разных игр. И самое главное, что здесь много. То есть меня вот это вот больше прям удивило за такую маленькую цену. Там много, и, как выяснилось, качество хорошее. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. Обязательно посмотрите про животных, про алфавит. Там вот такие же карточки. Я уже сделала обзор предыдущий. Ну, где-то там тоже будет рядышком они. Вот. Также смотрите другие обзоры на продукты, на технику, влоги, как мы с сыночком живем. Моему сыну 2,5. Путешествия наши. Там очень-очень много всего у меня на канале. Обязательно смотрите, подписывайтесь. С колокольчиком подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И все, с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.